Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афроманго Мукбанго. Ну что ж, кушаю перчик и собираюсь домой. Ничего сегодня не снимал, потому что работы было много. Сейчас беру вон соль, у меня перчик. Поем. И домой. Похрустим перед домом. Вкусный перец. Ставь лайк, если любишь красный перец. Сладкий. Семечек много в перце. Но они еще пока не горчат. Перец молоденький.
хрустим на дорожку. На улице сегодня очень холодно. Вообще очень пронзающий холодный ветер. Даже лицо болит там от мороза. Ну идешь, сильный ветер. Ветер в лицо. Холодный. Ой. Чуть-чуть подкрепились. Будем собираться домой. Все, до следующего включения. Ну все, вот уже собрался. Перед зеркалом стою. Все, сейчас одену дубленку и все, ключи возьму, все возьму и домой. Надо только лифт закрыть, свет выключить и все. И домой. Все, ладно, до следующего включения.
Следующая остановка – станция метро «Площадь Мужества». Трамвай работает без кондуктора. При входе в салон приложите электронный проездной билет к валидатору на поручни. Водитель не продает билет. Пожалуйста, не отвлекайте его от управления. Разовые билеты за наличный расчет приобретайте заранее в кассах метрополитена и специализированных киосках. Безбилетный проезд влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. На линии усилен контроль. Wow.